Цитадель Биуай. По таким названиям история фестиваля конкурса военной песни только начинается. В планах объединить вместе Брестской крепости на базе экспозиции армейского клуба около 80 вокалистов из разных уголков Беларуси. Творческий вдохновитель, инициатор музыкального события Татьяна Мендель нашла поддержку в создании патриотического феста у директора мемориального комплекса «Брестская крепость Героя» Григория Басюка. Я думаю, что в рамках и подготовки к 75-летию уже победы, в рамках празднования. Мы сейчас именно отмечаем 75-ю годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Это еще раз один момент, чтобы наши посетители, наши участники фестиваля смогли соприкоснуться с подвигом защитников не только Брестской крепости, а, видимо, всех защитников нашего Отечества, обратиться к теме гражданственности. Я думаю, что этот момент очень актуален, эта тема очень актуальна в любом месте, в любом государстве, а для нас, я думаю, на территории Брестской крепости это особое место. Организаторы отмечают, масштабное мероприятие – отличный шанс продемонстрировать высокий уровень профессионального мастерства не только брестчанам, но и жителям всей Беларуси. Конкурс носит масштаб республиканского. Музыкальные произведения исполнят лучшие из лучших вокалистов. К нам собирается ехать из Брестской области участник, которому 82 года. К нам едет из Могилевской области участник, которому 74 года. К нам собирается также ехать хор женщин хорошего возраста, у которых попури под баян, которые порой приходится слушать несколько раз в день, потому как советуются, спрашивают, пойдет, не пойдет. Ну, в общем-то, фестиваль наш первый, республиканский, задумка, идея хорошая. И надеемся, что он не последний, что это будет ежегодный, тем более в следующем году 75 лет вообще великой победы. Ну, планируется международный фестиваль. Жюри будет обращать внимание в первую очередь на вокальные данные. Тематика фестиваля – это, естественно, песни о Великой Отечественной, песни о победе и песни времен Великой Отечественной. Жюри вправе снимать баллы, либо отстранять участника, если заявленное произведение не соответствует тематике фестиваля. Также, кроме вокала, кроме тематики фестиваля, будут учитываться и сценический образ, в каком образе данный участник вышел перед нами. Также будут учитываться актерское мастерство. Требования у нас очень жесткие. Жюри, в состав которого войдут компетентные профессиональные артисты, педагоги, режиссеры и представители организационного комитета, обязательно оценят по достоинству все композиции. Напоминаем, подать заявку, анкету для участия в фестивале можно до 15 июля текущего года. Торопитесь, призовой фонд фестиваля впечатляет.